120 лет назад, 7 ноября 1886 года, в Риге родился Арон Немцович. В 1904 он уехал в Германию изучать философию, но вместо этого занялся шахматами. Он неоднократно пытался организовать свой матч на первенство мира с Капабланкой, затем с Алехиным, но не смог собрать необходимых для этого денег. Крупнейшим успехом Немцовича считается победа на турнире в Карлсбаде в 1929 году, в котором принимали участие все сильнейшие шахматисты того времени. Главный вклад Немцовича в развитие шахмат – это вклад теоретика. Его книга «Моя система» до сих пор является одним из лучших учебников игры в шахматы.